Читают стихи, поют песни, играют на баяне. Речь не об артистах, а о сотрудниках колоний и следственных изоляторов КАИ. Конкурс названия «Лучшего виват офицеры» проходит в два этапа. Сначала мужчины выясняли, кто быстрее и сильнее. Они подтягивались, стреляли из пистолета Макарова. А сегодня в парадной форме соревнуются в творчестве. Сотрудники уголовно-исправительной системы поют о весне, свободе и читают стихи собственного сочинения о службе. Сейчас такое время, что мало кого-то сильно заставишь, всех свои проблемы, всех свои заботы. Надо находить, разряжаться, поэтому я с удовольствием всегда иду на эти дела. Это мое хобби, так сказать, эмоциональная разрядка после тяжелых трудовых будней. Выплеснуть свою энергию в творчестве, в спорте,